Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Вы на канале Лоскута Мания. Сегодня мы будем делать текстильную лоскутную корзиночку. Готовимся к Пасхе. Будем делать ее из подручных материалов. Вот я нашла вот такой контейнер. Именно его буду использовать в своей работе. Вы можете взять совершенно любой, какой у вас есть под рукой. Раскраивать будем прямо на материале, из которого будем шить свою корзиночку. Итак, обводим донышко. И нам еще нужно дать вот на боковинке, вот посмотрите, вот мы делаем высоту боковинок, отмечаем и даем где-то полтора сантиметра на шовчик, на припуск. Отмечаем центр нашей заготовочки. Берем циркуль, проверяем, правильно ли мы отметили центр. Вот донышко обводим. И теперь нам нужно обвести вот наш вот этот вот круг. Так, обвели. Ставим точку и не сбивая радиуса нашего, нашего круга, отмечаем 6 точек. Как бы делаем гексагон. Соединяем их. И у нас получается 6 э, секторов совершенно одинаковых. Вот и вся премудрость, весь наш раскрой. Итак, мы вырезаем свой круг. Таких заготовочек нам нужно 2. Так, вот одну и вторую я вырежу. Так проверяем, все правильно. Я одну и другую мы ставим на флизелин, чтобы у нас корзиночка была плотная. И для плотности я делаю сэндвич, вот проглаживаю еще синдепон, потому что мы будем отстрачивать свою корзиночку, чтобы она у нас была плотная. Так складываем сэндвич. Складываем наши круги лицо к лицу. Скалываем все, поправляем. И синдипон отрезаем где-то на сантиметр, чтобы в шов он не попадал и не делал толщину в шве. Так, проходим по кругу, но обязательно оставляем отверстие для выворачивания. Вот проходим так, чтобы синдипон не попадал в шов. Оставляем где-то сантиметров 10. Делаем отсечки, чтобы нам аккуратно вывернуть. Так, выворачиваем, поправляем что все было аккуратненько. И вот это отверстие заглаживаем и аккуратно, аккуратно зашиваем. Я сразу делаю декоративную строчку на машинке и прохожу прям вот рядом-рядом в край весь наш круг. Прохожу несколько раз, чтобы у нас верхушечка была плотненькая. И прохожу три вот прямые линии, делю наш круг на 6 секторов. Так делаем вот такие заготовочки. Я взяла атласную ленту, нарезала вот по 2 сантиметра, опалила концы, чтобы они не распускались. И будем пришивать вот на нашей линии вот такие вот шлевочки. 6 штучек. Берем теперь также атласную ленту, но ну, пошире. И продеваем с нашей шлевки. Вот, посмотрите, как легко и просто можно сделать своими руками вот такую вот оригинальную текстильную вазочку или корзиночку. Я это придумала сама. В интернете я не видела, чтобы девочки вот так вот делали. Я считаю, что это очень удобно. Вот в емкость можно положить куличек. Но сейчас еще для куличей время не пришло. Я просто положила конфетки и э, декоративные, а, а, обши, обшитые бисером яйца. А вот в кармашке, которые у нас получились, это для наших писанок, для наших кра крашенных яиц. Вот я просто положила для образца обычные куриные яйца, не крашеные. Но когда придет Пасха, мы будем красить яйца. И вот такая корзиночка очень и очень пригодится. Ну что ж, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Оставайтесь со мной. Будет еще много-много интересного. До скорых встреч. Пока-пока.